Всех приветствую сегодня, друзья. Включается телефон, как видите, да, загорелись кнопки. Это у меня Galaxy A3 в руках. Сейчас мы с вами заменим дисплейный модуль, видите, да, в хлам убитый. Алюминиевый каркас поцарапанный. Итак, такой вот дисплейный модуль будем ставить. Оригинальный, 100% оригинальный дисплейный модуль, цена его 75 евро. Вот, ставим за 85, то есть 10 евро. Берем еще за установку. Итак, включаем фен. Сохранять здесь ничего не надо. Если бы был целый дисплей, можно было, конечно, снять с сохранением дисплея, дабы потом поменять только один тач. Это нам облегчит задачу. Довольно быстро мы его сейчас снимем. Нагреваем периметр. Где-то вот здесь, вот в этой части находится разъем дисплейного модуля. Это то, на что стоит обратить внимание во время дезмонтажа дисплейного модуля. Кнопка Home здесь идет у нас в модуле с гнездом зарядки, поэтому не как в пятом Galaxy. Поэтому можно смело снимать. Так, он аж крошится весь. Вот он, разъем, отстегиваем. Дисплей. Снимал недавно я видео, недели две назад, наверное, очень похожее. Там был у меня пятый Galaxy 5A, в принципе, все то же самое. Никаких отличий практически, только размеры. Пятый у нас немного побольше. А так все то же самое. Битые углы немного. Если угол вогнут внутрь, то есть сами понимаете, да, это будет мешать укладке тачскрина. Тачскрин будет задевать за эти углы, поэтому их лучше подрезать. Вот. Чищаем нижнюю часть. Здесь будьте внимательны, также находятся составные нижнего
модуля гнезда зарядки, вот, в который входит гнездо зарядки, кнопка Home, вот эта вот подсветка. Поэтому будьте аккуратны вот с этими составными. Убираем кнопку Home. Загорелась подсветка. Вот вроде все. Проклеенный дисплейный модуль оригинальный. Вот. Давайте подсоединим. Да, здесь явно нужно перезагрузиться. Перезагрузились двумя кнопками. Загружается телефон. Это все работает. Никогда не было проблем с этими модулями. Очень качественные. Не сомневаюсь нисколько, что это оригинал. Включаем модуль. Итак, периметр данного дисплейного модуля у нас проклеены, но скажу вам по опыту, хоть он и оригинальный, можно добавить немного акрилового скотча тонкого сюда на рамку и после этого посадить дисплейный модуль.
что мы сейчас и сделаем. Забудьте вот эту верхнюю заглушку на динамик. Кнопка Home у нас здесь уже стоит. Соединяем разъем и укладываем дисплейный модуль. Все правильно легло у нас, без зазоров. Всем спасибо за внимание, друзья. Это был Galaxy A3, замена дисплейного модуля. Подписывайтесь на наш канал. Вот. Всем удачи в ремонте. До свидания.